Всем привет из Аверят. Я сейчас нахожусь в курятнике и хочу вам рассказать те минусы, которые я допустил. Потише, пожалуйста. И хочу вам рассказать те минусы, которые я допустил при строительстве курятника, а вернее... Кошмар. А вернее, клеточное содержание кур. Значит, смотрите, я тут недавно переделал. Раньше, вот смотрите, да, у меня вот здесь... Так, ну-ка тише, мой хороший. Клетка была вот так вот, по-моему. Да-да, скорее всего, вот так вот она была, под голову. То есть, в принципе, курочка голову доставала спокойно, никаких проблем не было. Но я заметил, что вот у Пети, вот конкретно у этого, видите, гребешок у него поцарапан. Плохо видно, да, решетки вращают. То есть он, когда голову засовывал, он нормально его засовывал. Обратно, когда он доставал, он постоянно... Такие тише, мои хорошие, ну не клюйтесь. Он постоянно повреждал гребень свой. В связи с этим я принял решение о расширении вот этого пространства. То есть я на каждой клетке снял вот эту сетку и сделал ячейки вот эти пошире. Да хорошие мои, хорошие, да. Петька. О, яичко лежит. Вот смотрите. Даже не знал. Вот второй минус, я не совсем могу понять. Вроде видите, сетка у меня стоит под наклоном, да? Под наклоном. То ли ячейка крупная, то ли яички еще маленькие. Вот они яички снесли, да? Вот тут там видите, но оно сюда не скатывается. И чтобы мне его достать, у меня тут такая палочка есть. Я вот этой палочкой приходится вот ее туда. Только подвинься, моя хорошая. Тихо. Что там за кипиш? Отошли. Вот мне приходится вот так вот палочкой вот этой доставать. Ну ладно, оно как бы близко, да? Яичко. Ничего страшного. Кровь какая-то. Что за кровь? Первая, видимо. Вот. Это вот второй минус. То есть, видимо, или пока... Ну, потише, пожалуйста. Вот раскричались. То есть... Да молодец, хорошая моя. Выступаю. Ну вообще невозможно здесь разговаривать, очень шумно. То есть второй минус, непонятно, то ли я наклон сделал неправильный, то ли сетка крупная, то ли яйцо мелкое. Ну дальше посмотрю, если яички не будут скатываться, на будущее этот момент нужно учесть. Яичко еще теплое, недавно, видимо, снесли. Так, какой третий минус? Было такое пару раз. Вот смотрите, видите жердочка, да? Она на расстоянии примерно сантиметров 10-15. А некоторые курочки садятся на жердочку и несут яйцо прямо с жердочки. То есть оно падает на сетку. И было такое, что оно немножко трескалось. Трескалось вот это яичко немножечко. И, наверное, это не есть хорошо. То есть, возможно, возможно, жердочку нужно спускать пониже. Делать ее ближе к сетке, если они будут яйца нести с жердочки, чтобы они не трескались. Но оно не разбивалось, трескалось. Так, тут нету яичка. Вот тут. Давайте посмотрим. Где яйки-то? Яйки где? Пока больше нету. Так, ну и что еще хочу сказать по курятнику. Вот в этом клетке, как вы помните, у меня была курочка, которая что-то со зрением было плохо. Мне надоело смотреть, как она мучается, и в итоге я ее решил убрать. И этот, может быть, давайте я выйду, я не могу больше здесь говорить, очень громко приходится. В итоге я ее убрал. Почему? Потому что... Ну, я не совсем понял, то ли в глаз ее кто-то клюнул, то ли, может быть, она заболела чем. Я не стал рисковать, я ее убрал, и скормили собаки. Собаки скормили эту курочку, потому что, ну, кто знает, вдруг она какая-то заразна. Мне как-то не хотелось рисковать. Так, ну, давайте, раз мы достали яичко, это мясное, посмотрим, сколько оно весит. Мне интересно, вот я сейчас при вас его
положил на весы. Давайте еще раз. 0,34 грамма. Ну, у яичных оно начинается где-то с 25 грамм, самые маленькие были. Вот у мясных оно, конечно, побольше, на 10 грамм идет. Я вот сегодня посмотрел в интернете, яичные должны нести яйца 55-60 грамм. Хорошее яйцо должно быть. У нас пока где-то 35, наверное, самые крупные у яичных. У мясных было яйцо 45 грамм, аж 45 грамм. Ну, пожалуй, это, наверное, все новости, которые я вам хотел рассказать. Но больше-то акцент я делал сейчас на минусы по курятнику, чтобы вы таких не допускали минусов. С поилками я, конечно, еще пока не совсем разобрался. Они вроде как неплохие, но, к сожалению, все-таки вода проливается. Вот смотрите, вот эти поилки, которые у меня, вот в одном месте курочки проливают. Вот эти справа. Лужа. Лужицы вот эти. Они пьют и проливают. Что сделать, я пока не знаю. Вот именно мясные. Они у меня проливают. И еще очень важный момент. Нужно по породам их распределить. Вот все-таки мы вроде как разбирались, а в одном месте мясная курочка у нас у яичных оказалась. Мы ее пересадили отдельно в клетку, потом позже я ее посадил к мясным, ее начали все шпинять, гонять, никакие способы не помогают. Я и в ночное время садил, одеколоном брызгал. Вот пока не знаю, что с ними делать. На этом сегодняшний сюжет у нас подходит к концу. Всем спасибо за внимание, удачи, пока-пока.